Кто даст мне $800? Каких-то $800? $600. Кто готов купить портрет Руфь всего за $600? $600. Я слышу $600. $600 за портрет Руфь, раз. $600, два. Последний шанс. Продано молодому человеку сзади за $600. Вы уже завершили покупку портрета Руфь? Да. Что ж, мистер Коллинз, я должен зачитать вам оговорку в завещании мистера Левинсона. Портрет Руфь, возможно, не самая дорогая картина в моей коллекции. Но мне она была дороже всех, ведь она мне напоминала о моей любимой Руфь. Так что мои условия просты. Тот, кто покупает портрет, получает в придачу целую коллекцию. Это стоит миллионы. Миллионы долларов. Сколько вы хотите за уроку? Что вы решили делать с Богом?